Откровенно говоря, день, в который проходили соревнования, был не самым клевым. То ли менялось атмосферное давление, то ли дело шло к дождю, но рыба обходила крючок стороной. Основные поклевки пришлись на 7 часов утра. Именно в это время и была выловлена основная масса рыбы. Всего у нас сегодня принимает участие около 80 мужчин. И, естественно, погода сегодня чем хороша, что не жарко, но и рыба спокойная, значит, особенно не бежит на удочке. Я хочу сказать, что огромное спасибо и руководителям предприятий, и председателям профсоюзных комитетов, и, конечно, управлению жилищно-коммунального хозяйства, что вот принимают такое участие. Участие в лове принимало 8 команд. У каждого рыбака свои секреты, свои излюбленные приемы лова, наживка и подкормка. Именно тогда, когда клева нет, и проявляется настоящее рыбацкое мастерство. Параллельно соревнованиям по лову командам предложили попробовать себя в приготовлении ухи. И здесь бесспорным победителем стали представители Одинцовской электросети. На весь личный состав мы решили вот сделать вот такой шедевр. Казацкая уха. Ну, у нас сейчас карп присутствует. Ну, остановимся на карпе. Но мы сделали то, что нам дозволено, то, что мы умеем, то, что, ну, мы старались. Соревнования продлились 4,5 часа. В 11 утра началось взвешивание улова. В безоговорочных лидерах оказались представители самого большого районного предприятия ЖКХ Одинцовской теплосети с уловом почти в 23 килограмма. Второе и третье места достались Одинцовскому филиалу Мосэнерго и Одинцовскому водоканалу. С уловом оказались также предприятия «Лифтек» и «Коммунальные услуги». А вот другие участники остались, как говорится, без хвоста и чешуи. Руководитель районного профсоюза Зинаида Кузьмина отметила, что спортивные победы для сотрудников ЖКХ – дело обычное. На днях буквально наши представители наших предприятий участвовали в спортивных соревнованиях, которые проходили в Белоруссии. И команда жилищно-коммунального хозяйства Московской области нашего профсоюза заняла первое место. После награждения все участники соревнований смогли продолжить рыбалку на водоеме уже в обычном порядке – для души. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».